Привет, друзья, что сегодня сулят звезды? Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Овен, прислушайтесь к советам, которые вам говорят окружающие. Некоторые из них могут быть очень даже ничего, и они могут помочь решить какую-то вашу задачу, над которой вы давно зациклились. Телец, позаботьтесь о своем здоровье и самочувствии. В последнее время вы стали сдавать. Уделяйте больше времени спорту, ходите чаще пешком и не переедайте на ночь. Близнецы, сегодня вы до безумия привлекательны и харизматичны. Флюиды от вас так и плещут, поэтому самым активным образом используйте свою притягательность и шарм. Рак, сегодняшний день как нельзя лучше подходит для того, чтобы взять себя в руки и выбросить ненужные мысли из головы. Сейчас явно не время забивать себя ими голову. Лучше подумайте о семье и проведите время вместе. Лев, рабочая неделя будет для вас легкой и пройдет на одном дыхании. Вы будете активны и работа принесет вам успех. Возможно, поощрение в виде премии. Дева, если у вас есть незавершенные дела, постарайтесь сделать все сегодня. Иначе рискуете остаться в проигрыше и не прийти к нужному результату. Возрастут финансовые траты, постарайтесь контролировать себя. Возможны вспышки гнева и депрессии. Весы. Хороший день, чтобы подумать о будущем. Спросите себя, чего вы хотите. Новые идеи, скорее всего, в скором времени удастся воплотить в жизнь. Некоторые весы обнаружат у себя скрытые таланты. Скорпион. Для вас сегодня хороший день для того, чтобы провести его в кругу семьи. Ведь что, как не семья, дает скорпионам заряд позитивной энергии? Сегодня постарайтесь ни о чем не думать, а просто наслаждаться. Стрелец. Постарайтесь сегодня не вникать во все вопросы, которые к вам будут поступать. Сегодня лучший день для того, чтобы провести его с друзьями, а еще лучше с семьей. Козерог. Сегодня у вас отличный день. Не упустите шанс осуществить те перемены, которые вы так давно планировали в области своей карьеры, финансов или личной жизни. Попробуйте сегодня расслабиться, организму нужна перезагрузка. Водолей. Наконец-то у вас появится время, чтобы закончить все намеченные дела. Вы можете смело совершать покупки, которые давно наметили. Возможно, любимый человек сегодня вас приятно порадует. Отдых. Вот что нужно сегодня вам и вашему организму. Рыбы. Сегодня для вас будет нелегкий день. Возможно, разногласия на работе. Скорее всего, вас в очередной раз просто не понимают. Желательно посвятить время своим близким и любимым. Они помогут вам восстановить свои силы. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. А также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.